Привет, прогрессивный народ. Вот смотрел ролик Камикадзе. Опять он там типа какую-то политическую фигуру известную запихнул, немножко поговорил. Ну да ладно, можно его иногда посмотреть. Ролики не слишком длинные. И там он сказал, посмотрите интервью. Это не все интервью, как я понял. Может, полностью надо найти. Ну, думаю, вряд ли там что-то будет мега полезное в этом куске. 15 минут. Смотрел все, ничего полезного не нашел, просто куски говна из Москвы учат жизни там людей. Москва ничего не может, вот эти, в основном эти даже вот эти люди, которые на телеке работают, им нечего сказать. Я ничего нашел интересного, там он говорил, сейчас телек говно, ну так ты всю жизнь проработал на телеке. Ну, Ермольник, я имею в виду, а Фоменко тоже на телеке проработал, говорят, вот это говно. Ну, вы тоже в этом участвовали. Я не участвовал в создании говна на телеке, да и в стране. То есть смешно, как бы из этой среды, может быть, человек, да, уйти из среды, как Невзоров ушел от попов и потом ругать их, но там как-то объяснено, он понял, что это бессмыслица и отупление, а фактически эти чуваки и сейчас сотрудничают с этим говнотеликом. Поэтому, ну какой смысл слушать их? Просто и пришли на радио, они опять бабоси какой-то сшибануть. Им не нужен ни прогресс, ничего. Что? Ну и что там, они говорили, цензура не нужна. Цензура, да, не нужна, в общем-то. Это так понятно. Хотя она будет. Если есть какой-то строй, то он цензуру устраивает. И кто-то там другой у них плохой, какие-то люди, а они как бы хорошие, какие-то деятели вот эти культуры. Ермольник только что смотрел и обзор «Ночные стражи» там про вампиров, дешевенький копеечный фильмец. Ермольник там, ну как бы снимался, и, то есть он знает, что это кусок говна. Он снялся, просто денежки сшибанул, а Фоменко сейчас вообще не слежу. Наверное, на телеке где-то отшивается, на радио. И потом еще они говорили, не смотрят, народ сейчас быстро переключает радио и телек. А вот, например, вот про радио могу сказать точно. Я пытался несколько раз включать радио, там штук 20 станций. Они, которые песни там, они ставят все за деньги, и одни и те же. То есть я не закрыт, я как бы открыт. Ну, это рекламные, как пропагандистские, там одни и те же песни, какие-то поп-хиты. Я слушаю через интернет, Сома FM, там бесплатная радиостанция, и они ставят всякие разные. Там не, на Сома FM не одна радиостанция, а куча. Там Грув Салат, который... То есть я в нормальном состоянии, просто мне сака не нужна ваша, московская, там вот что высираете вот эти 20 станций, не смотрят, потому что нужно чем-то заинтересовать, правильно говорить, у вас нечего вам сказать, все, что вы высрите из своих жоп, ртов, это одно и то же, и это будет пропаганда, и вы часть ее. Хватит, мудрецы сидят, куски говна сидят. Нормально, я готов мир воспринимать, но это не мир, то, что телек и радио, и реклама там на радио срет, там, купи мебель. Какую мебель? У меня диван 10 лет, один и тот же, бараны. Ну и телек, да, тоже не смотрю, что на нем смотреть, пытался какой-то Discovery смотреть, у него там засрали тоже рекламой, иногда там какие-то фильмы смотрю сам, которые нахожу, скачиваю. Совершенно бессмысленное интервью. Это Дмитрий Иванов, Камикадзе, порекомендовал. Может, это для дебилов сойдет, они там слушают. Но я слушаю Невзорова, и это просто там какие-то карлики по сравнению с Невзоровым. Так что ни телек, ни радио, ни вот эти выходцы с Москвы, с телека, с радио, тоже им сказать нечего. Они не могут сделать ни прогресс, ни революцию, потому что это уже их разъело изнутри. Хотя им вроде не нравится, они пытаются оздоровиться как-то. Ой, да-да-да. Ну да ладно, в общем. Всем пока. Ермольник, Фоменко, пустое место. Смотрите Невзорова и меня. До свидания.